Компания «Преображенская» аккуратно собирала с людей деньги за услуги, но перечислять их энергетикам за тепло забывала. Так, через 3 года жители узнали, что должны Абаканской ТЭЦ 6,5 миллионов рублей. Скандал перерос в уголовное, а затем в судебное дело. Выяснилось, что все сотрудники управляющей компании приходятся друг другу близкими родственниками. Этакий семейный подряд. Муж, женой, их дети и даже бывший зять. За незаконный бизнес суд приговорил директора и бухгалтера к 2 годам условного срока и конфискации имущества. Самое печальное, что жителям дома все равно придется гасить долги энергетикам, то есть платить за отопление 2 раз. Или в суде доказывать, что они исправно вносили деньги. Но доверие жильцов компании «Преображенская» было такое, что они даже квитанции об оплате не просили.